Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем проходить кампанию за Эйду, Resident Evil 6. Всем привет. Мы находимся... Где мы находимся, Джек Шепард? Мы находимся на пути к лаборатории. Да. Все, путь к лаборатории проделан. Теперь мы в лаборатории. Могу сказать, что предыдущие две серии, то, что происходило в них, было довольно-таки ужасно и совершенно не атмосферно. Но, тем не менее, это Resident Evil 6, нужно его полностью добить. И вообще как-то, возможно, геймплеем игра не радует, но хотя бы покажет нам, что происходило, пока там Леон бегал или Крис. Поэтому мы смиримся с тем, что нас пичкают толпами врагов, абсолютно бессмысленно и без мотивации. Возможно, сейчас что-то будет интересное. Я бы хотел в это верить. Лаборатория. Мы тут уже от безнадёги Петросяник начинаем. Но здесь ничего не происходит. Ну, кроме того, что мы видели в компании за Леона, скажем. Так, новая дверь. У-у-у, толстяк. Он не может к нам проникнуть, да? Я думаю, о! Через секунду тебя унесло в стену. Больше я не буду говорить ничего, хорошо? Давай. Он меня сейчас будет бить. Он тебя видит? Да. Кто-то тебя видит. Выпусти, выпусти. Смотрел мультик «Хранители снов»? Нет, как ненавижу такие места. Там был ледяной Джек, которого никто никогда не видел. Он по этому поводу сильно комплексовал. Выходил на это кино с девушкой. Ты смотри. Вот ты похож на... Я... Нет. Так. Я к нему чуть не полез. Зачем он убежал туда? Он тупой? Да он убежал. Давай, ломай. Я ломаю эти досочки всякие. А где он? Нет, он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, у меня патроны кончились. Лучше, лучше. Давай, еще, еще, еще. Все, он мертв, он мертв. Да, мой патрон даже сзади. Не давай, сзади еще. Это... Он пролезает. Я стреляю ему в голову и в плечи. Еще в голову. И он умер. Да он не мог. Я взял очки умений. Там были патроны где-то? Ящики разбивал? Вот где я сейчас стою, есть патроны. О, вот полно патронов. Отлично. Мне бы на дробовик. Мне на дробовик больше всего нравится. Нам в дверь, да? Нам в дверь, но сначала я все соберу. Мне хочется. Так, а тут у нас что? Здесь лежит мертвый ученый. У него лежит ключ от лаборатории. Круто. Мертвый ученый, это круто. Так, теперь я перезаряжу арбалет и погнали. Давай. Как ты мог пропустить ящик? Там был. Спецназ. Спецназ. Так, что дальше? Наверх, тебе. Ой, 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 ой. А я меня-то зачем сюда к тебе? А мы тут были. Мы вот в этот, в эту мусорку прыгали с тобой. Ну, вот, вот в этом месте мы уже были. Все готов, по-моему. Нет. Да был готов был, он уже такой вздыхающий. Я его познакомил с дробовиком, естественно. Он был готов. Нет, он просто от моих стрел умер. Да по-любому, но. Ну конечно. Ну где твои стрелы сейчас? Вот тебя нам только не хватало. Готов. Успокойся. Успокойся, Джек Шепард. Точно готов. Готов. А я прикольно такая да, так. Таким. Умирают. Я взял в руки что нож. Же тут может быть? Я вышел на охоту. Здесь может быть сокровище на 4000. Поздравляю тебя. А я не взял. Ну, я не думаю, что она будет хоть как-то полезна, потому что тут качать сегодня ничего уже не придется. Почему это через стены? Я не вижу, куда нам идти. Да, тут темно на самом деле.
Нам хоть фонарик бы дали какой-нибудь. Ой, твою мать. Чё там? Джек Шепард, помогай. Чё там? Чё там? Чё там? На тебе подлюка. Ой, ой. Все, готов. А нет, не готов. Теперь ты бежишь. Ну, добивай. Все. Готов. Ладно, зачистка идет по плану. Потихонечку. Потихоньку, помаленьку. Так, а мы тут не были? Мы что тут были? Нет? Вниз. А, я не в ту сторону пошел. Я перепутал. Тут внизу даже есть. Блинка. А, опять под воду. Блин, допрыгай ты его. Я в центре этого зала. Вокруг куча контейнеров. Или ящиков, и нам надо опять наверх. Ну как нам? Блин, если я умею телепортироваться за тобой, почему я не могу телепортироваться отдельно от тебя? Нет. Просто нет. Что ты делаешь? Нет. Я об этом. На-на-на. О, там кто-то стоит. Ты за мной? Я рядом с тобой. Пока что он не активен. А тут уже все смотрит, уже все оживать. Мы, видимо, тут уже прошли. Если он прошел недавно. И здесь уже все включено, да? Ой, а-а-а. Зачем я... Похоже, кто-то это только что использовал. Кто бы это мог быть? Кто-то ходит тут помимо нас. Такой же, как и как я. Наверное. Так, нам нужно идти не сюда, нам нужно идти вот сюда. И здесь у нас как-то... Как-то так. Здесь мы были. Ну, в общем, как-то так все не очень. Ну и... Отклонение у кого? Ну, полезно. Я надеюсь, не Саламандра. Если тяжелые бруты, то еще жить можно. Тяжелый брут. Вообще ему нужно стрелять в этот маленький буржу на спине. Тебе, я думаю, плевать. Я Акаки. Акаки плевать направил. Борис системой. Сейчас подожди, подойду и кину его на землю. Дом ему лежит. Afruid on the ground. Там еще одно прет. А, я думал, там красненький показывает, что у тебя проблемы. Давайте своими стрелками кидать. Ох, как я удачно ловил, у него прорвался. Кто там? Я победитель. И... Дают патроны на натовскую винтовку, но натовской винтовки нет. Это не круто. Там еще один. И их двое, да? Не знаю, насчет двух. Один да, тут да, точно. Да, двое. Да, блин, я промазывал этого два раза. Три раза промазывал. Да ты еще живой, что ли, но... Один мертв. Второй тоже. А нет, нет, не мертв. Отлично, я поверил тебе. Еще скажи, что я виноват. Я подошел к нему собирать трофей, а он все еще жив. Нормально. Так, короче говоря, еще пора брать один. Что-то более скорострельное. Я не знаю, а в какой вообще есть тест? С пистолета пулемет стрелять по нему, я так понял, бесполезно. Ну, прошибай. Я с пистолета по нему стреляю, ему нравится. Ну, возможно, у меня какой-то крутой. Нет, просто я им стрелял в спину. В этом все дело. Пырышек. Все, наконец-то, все, валим. Куда? Finally. А вон туда. Такие молча, кто первей. Блин, как тут темно. Камера вообще не радует. Ой, все так же. Ой. Тут мы были за Леоном. Мы не понимали, что тут за мультик такой был. Что за ада тут погибло, да? Да. Сейчас
она по новой проиграет сообщение и по новой увидит, что есть другая ада. С днем рождения, Эйда Вонг. Эйда. Нет, во втором резиденте. Такая, она упала такая в шахту. И он такой. Эйда! Такой. Я так ржал там. А такой смешной момент, когда женщина падает в шахту. Да. Всегда ржу. Ну хоть одну эмоцию, когда ты видишь клона самого себя. Looks just like me. No wonder Leon's confused. Да и тупо без разницы. Да нормально. Сейчас кассету возьму, домой возьмет. Подойди к пазыри. Enjoy the show. Yes, it was quite revealing. How do you mean? Well, correct me if I'm wrong, but isn't it you on this tape, Ada? You're the one behind Neo Umbrella. I... don't know what you're talking about. Simmons would never be foolish enough to show his cards. He and his family want one thing. To stabilize and sustain the system they've created. But you... you want to destroy it. And the world will blame you. То есть ты понял, да? If she wants a game, отлично. She'll get one. With the real Ada Wong. Мне не нравится Ada Wong в этой части вообще ни капли. В четвертой она была хоть человеком, а здесь какой-то бесчувственный робот, который вообще плевать на все. И некрасивая. И голос некрасивый. И одежда безвкусная. И мотивация ноль. Критик Артур. Похоже, гонка началась. 30 секунд, ой, 2 секунды до взрыва. Я медленно пойду отсюда. Ой, у меня шкипатом. Не, ну ты посмотри. Это да. Что у нас там по времени? Я думаю, еще полно, успеем. Да, 13 минут. Нормально, давай тогда дальше. Ну что, я как обычно стреляю лучше тебя. Зато умер 2 раза. А ты один. Ну ладно, давай дальше. Будешь покупать какие-нибудь... я не знаю, скинул. Нет, я нич. У меня 73 тысячи, я ничего не могу купить из того, нет, что я хочу. Надо 75, поэтому. Окей. Сейчас скажу, а почему у вас все остальные слоты открыты и ничего там нет? Да не, нормально, нормально. О, у меня геймпад наконец зарядился. Можно выдернуть провод. Опять кот начинает у тебя. Теперь в Китае. I need a location on Ada Wong. This is HQ. We've got the location for you. Китай. Ada Wong has left the city and is going to переодеваться, в смысле? Не знаю. Так, ну ладно, мы идем за отрядом BSA. Ты со мной? Сейчас, ага. Звук чуть-чуть потише сделал. Let's go. Слушай, это же здесь, по-моему, этот пасхалка была. Какая? Ну там мы лазали по горке. Кстати. Горка. Да не прям тут, ты успокойся уже, дитятка. Горка! Где горка? В твоем голосе прорезается. Вот она, все. Я первый. Ты как, можешь залезть? Нет. Ты как обычно в отстое, да? А, я тоже не могу. Ты отстал. Ну, ладно, давай пойдем тогда на горку, что ли. Давай, посмотрим, как ты у нас катнешься. Парку! Смотри, как это делается. Давай, жопошница. Ну да. Чисто по-девчачьи так.
Давай ты покажи. А я не могу. Ну ты вообще ничего не можешь. Ты бесполезен, ты понимаешь? Не, ну вообще в этом есть что-то такое извращенское, то, что вот панда вот не спиной наверх, а именно вот так вот. Чем-то мне напоминает какого-то педобира. Ой, ты опошлил эту игру только что. Да ладно. Плохо. Ты успокой своего кота, а. Он у тебя там опять истерит. Кот, хватит истерить. Ой, у меня опять голос. Робот. Я робот. Так, хорошо, куда мы идем? Нам вон куда-то вон туда. Простите, дорогие. Так. Нам на горку? Нет. У тебя кот просто. Ладно. Иди сюда. Сейчас подожди. Секунду. Нет, все. Он успокаивается вроде бы. Ну конечно. Что такое опять? Пистолет с глушителем себя оправдывает, да? Так, куда мы идем вообще? Мы как кругами как-то бестолково носимся. Да вот, может быть, нам. А нет. Вот сюда, наверное. Я тебя потерял. О. Да не важно, ты сейчас около меня окажешься. Я Бэтмен. Ух ты. Гопники местные, смотри. Кто сейчас Бэтмен? Да, они мертвы уже, но... Может быть, не все еще. По-моему, все. Смотри, он еще лежит. Может, его нужно... А, он же сгодит, уже обычные люди не исчезают, да? Может быть, нужно через него перепрыгнуть, да? Так, у меня есть трава, которая скомбинирует с травой. В результате у нас появится мега-трава. Мега. Теперь я смогу взять гранату. Как там гранату-то брать? Вот. Стрелочками вверх-вниз. Сейчас я ее использую. Я тоже хочу. Что-то он как-то не особо от этого. Убегай! Бум! Клёво. Нормально. Это было клёво. Он живой. Да. Был. Что бы это могло значить? Типа, я не просто, знаю. Просто типа бежим. Если вы китаец, то приложите руки к голове. Сейчас такие все китайцы сидят перед экраном такие. Ага. Чего? Нет, там было на этом на стенде написано. Ну да. Подожди, купи, ты купи, купил купи, ящик. Купи. Купи мне футболку. Купи, смотри, купи. Хочешь арбуз? Где? Все, нет арбуза. Зато есть. Мачете. Мачете не смсит. Да, если к нам прет мачете, у нас проблемы. Ты чё, не мог мне смс-ку отправить? Мачете не смс. Брат, ты все делаешь неверно. Если у тебя мачете в руках, ты должен подойти вплотную и ударить. Махать на расстоянии 10 метров из палец. Это такой Sleeping Dogs? Но. А это, я это, по-моему, говорил уже. Только для еб... Ну нет. Куда? Здесь какой-то, да. Чуть ли не лабиринт. Что это за красная штука? Ну и мы, естественно, не можем перепрыгнуть. Ну конечно. Конечно. Это непреодолимое препятствие. Вот. Я вижу. Что ты видишь? Я вижу дверь. Ты запнулся об труп. Так. Какой крутой. Дважды, да. Как ты успел там появиться? Я опять слышу бензопилу, нет? Да? Нет, это не бензопила, нет. Ну, похожий звук вообще. Сейчас будет стрельба. Вот увидишь. Ну, я имею в виду. Не только с нашей стороны. Где враги? Враги без тебя помирают неплохо. Отлично. Ой, он просто сгорел. Давай не дадим ему. Так, он полез, нет? Так темно, что тебя практически не видно. О, полез. Ну да. Все, отбегалось.
Очень похож Джек Шепард. Я знаю. Пока что компания один в один за Криса идет. Те же самые враги, в тех же самых объемах, на тех же самых локациях. Ну не, объемы все-таки не такие. Опа. Ну там было вообще страшное мясо, да. Сейчас он превратится сразу. Че? Кого? Кто? Нет. Нет. Просто нет. Я обратил его. Паркур. Кто там еще прет? Я могу просто так чуть-чуть прыскать. Синь-тянь-тянь! Просто козили. Там сзади еще что сломано. Где? Где такого? Слышу, чапает. Во, справа где-то. Там еще с автоматом. Она где тут? Она справа в конце. О-о-о. Ты хапнул. Сейчас еще одна будет. Стрелу? Я хапнул горе. Он наверху, он наверху, да, он к тебе сейчас прыгнет. Я вижу. И что ты собираешься не делать? Я не знаю, я могу в панике бежать. Да, ты видишь, что-нибудь сделаешь? Он сейчас меня... Да. Но я его убил, Волос. А нет, не убил. На. Убьешь ты, короче. Ох, одна умерла, у тебя за спиной вторая. Поздравляю. Да что ж ты будешь делать? Я ж думаю, я мертв. Ты там как, блядь, Винни? Нормально. Жаль. Мне очень нравился твой костюм, да. Да, костюм у тебя козырный. О, еще одна полет. Да что ж такое, ну? Наверх давай скорей. Да, верни слабаков. Я что там взорвал? Как это я взорвал гранаты. Я думал, я стрелял, но все взорвалось. Все, сдох уже, сдох. Что ж ты какой неугомонный, а? Я должен был. Я был вынужден. Лежал и хлюпал. Так. Стрелка даже автобус опять. Краю, вот сюда. Где я? Я могу только с определенной точки это сделать, да? А, подожди. Где ты? Педестриан арея. Че там увидел? Ну вот где я, он же наверху это. Ну, звезда. Ну, я не могу, не могу я на нее навестись. Все, я должен сюда пройти. И вот отсюда я могу. Отлично. Отлично. Метром дальше, метром ближе. Ну да. Ну не знаю. Пока что компания Заиду собрала в себя все худшее, что было в других компаниях. Самые скучные уровни. Никакого геймплея, чисто тупо мясо. Одни и те же враги. Угу. Давайте чего-нибудь. А, еще в этот раз еще и сюжета не завезли, да. Ну да, знакомый чувак. А вот эта вот бензопила, она у него тоже биологическим путем развивается? Я не знаю. Японцы, вы, мать вашу, странные. И очень логичные. Просто посмотри на бензопилу. Вот эта вот необычная бензопила, она такая вся кривая. Это значит, она костяная какая-то. И работает она на... Да. На жиру, что ли? Она работает на... Ты понял, на чем она работает. О, понятно. Эпим фейл. Ты молодец, так-то развернулся к ним. Красиво задал. Давай. Сдохни, это вонг! По-моему, это был не no, а yes, yes, indeed. По-моему, Крис сейчас такой сидит перед монитором, такой да! Эй, да из дэй! Прыгаем! Сколько тебе там ждать-то можно? Так. Chainsaw, huh? Да это камера, это. Камера великолепна. Я опять не. А ты нет. Ты просто появился. А я даже бежать не буду, все равно. Успел. А я стою. Неожиданно. Смотри, а ты стой отдыхай. Нормально. Напарница чуть не умерла. Снизу там кто-то шумит. Айчик Шепард, что ты там делаешь? Я что-то делаю.
Да, это сейчас. Я Бэтмен. Блин, это тупо. Все. Вот теперь вот он не пройдет. Круто. Да. Ну теперь он ни за что не пройдет сюда. Да, бензопилой это не открыть. Да. Ты где вообще? В коридоре каком-то. Мне опять наверх на звездочку показывают. Я понимаю, что я бесполезен. Бэтмен. Мне никогда не надоест эта хрень, потому что она настолько бесполезна. О, чуть-чуть, не спускайся пока. Смотри. Оп. Неужто встанет? Нет, он отдыхает, ему нормально. А куда спускайся? Я вообще наверх поднялся. Нормально, нормально. Зомби прям такой. Ну да. Да блин, у него два болта, он все равно ходит. Это была она. Неважно. А, у него топор был в окне. Это просто зомби обычно. Ну ладно. Эти враги мне нравятся. Не попал. Я знаю. Как тебе вот это? Мощная физическая атака. Знаешь, что я хочу? Хочу гранаты кого-нибудь взорвать. Давай. Вот его, допустим. Или это она. Беги. Добрый день. Тебя не ранило? Типа, не рой яму другому. Оп. Ты как обезьяна с гранаты. А, ну ты... Акакий. Меня зовут Акакий. Акакий, хорошо. Смотри, он просто... Я думаю, я его пристегнул, но он такой... Да я их с дробовика убил. Да все, уже пойдем. Короче, ладно. Ключ от глухой улочки. Да, он тут еще что ли? Он по стелсу такой, да? Незаметно. Ну да, там сзади я стоял. Вот смотри, вот как вот эта дымитула могла... Чудо-гуда! У меня какой-то фреймрейт был только что ужасный. Не, у меня нормально, но... Капком выкрутые. Ты же купись новую консоль. Угу. Нужно апгрейд консоли по-любому. Да-да-да. Ну что он хочет? Может его... Ой, зомби лежат кругом. Решет, а зачем ты это сделал? Вообще, у меня, знаешь, у меня моральное удовлетворение, потому что ты меня сдох. Как я мог умереть? Я просто понял, что ты телесный. Я не мог же. Он снова тут. Короче говоря, берем... Я... Помоги! Мне бы кто помог, нет? Помоги! А как это произошло? Ты мне не помог. Так потому что я рядом с тобой лежу в таком же состоянии. Ты отстойник. Я думал, мы хотя бы одновременно. Я думал, хотя бы ты в нашей команде не Акаки. Ой, по-моему, надо же. That wasn't very nice. I have a great idea. Ой, больной, ой, больной. Да посмотри, он бурной какой-то. Давай, 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 я сверху сейчас буду вот. Слышь, чё? К тебе сзади ползут зомби. А если они меня схватят, то пока я буду от них колупаться. Я пью его. Он мертв. Да. Кто молодец? Кто крутой? Я. Да, ты точно. Это правда. О, я хочу гранату. Меня женщина ест. Ну-ка. Burn, motherfuckers. Обменял друга на... Видишь, я не безнадежен. Я все чуть-чуть помог тебе. Но там уже все, там ничего не осталось. I'm so cool and bad. Вот это что такое? Тут лежит. Объясни мне, пожалуйста. Ай, я споткнулся. Это капец. Почему мы не взяли это с собой? Пойдем. Сзади тебя, сзади. У него нет головы. У него на самом деле нет головы, если он сзади меня. Что там по времени, Джек Шепард?
А, по времени 30 минут 1 секунда. Отлично. Видишь, какой у меня секундомер. Так что давайте на этом на сегодня завершим, а в следующей серии пройдем дальше по Китаю. Будем убивать зомбированных китайцев. По крайней мере, здесь экшон интересный, потому что в предыдущих сериях было вообще как-то упорото все. Но, тем не менее, продолжим. Надеюсь, вам нравится. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этой компании. По-моему, она хуже, чем компания за Криса, за Леона и за Джейка. Факт. Но, в принципе, ничего такое. Короче говоря, увидимся. С вами был Артур и Джек Шепард. Пока-пока-пока. Всем пока.